прошлом году после 7-летнего перерыва Саров вернулся в областной хоккей. Тогда команда «Саров-Инвест» выступала в первой лиге и показала блестящий результат, став чемпионом и уступив в сезоне всего в одной встрече. В том году клуб вышел в высшую лигу, а значит, игры будут жестче и зрелищнее. В этом году играем в высшей лиге. Соответственно, такого, как в прошлом году, таких счетов уже не будет. Здесь все команды более-менее равные, поэтому здесь все будет решаться там буквально в концовках. Одна-две шайбы будет делать результат. В соревнованиях высшей лиги Нижегородской области принимает участие 8 команд. Турнир проводится в 2 этапа. Всем хоккейным клубам предстоит сыграть 14 игр. 7 в первом круге и 7 во втором. После чего все команды выходят в плей-офф, где матчи будут проходить до 2 побед. Учитывая высокий уровень подготовки соперников, «Саров-Инвест» усилил состав команды новыми перспективными игроками. Привлекли молодежь, то есть набрали ребята там 98-го, 2000-го года. То есть мы как бы держим курс на омоложение состава и привлекаем воспитанников ДЮСШ в нашу команду, чтобы у них была возможность играть. Первая домашняя игра команды «Саров-Инвест» в рамках чемпионата высшей хоккейной лиги области состоится уже в эту субботу в 13 часов. Спортсмены примут на своем льду гостей из Павлова. Вход свободный, а для тех, кто не сможет попасть на матч, в группе хоккейного клуба ВКонтакте будет идти прямая трансляция. Там же опубликовано полное расписание игр.